Многие написали, что вот этот вот персонаж получился, мягко говоря, не очень, поэтому давайте сейчас будем исправлять. И первым делом я решила белым акриловым маркером замазать все лишнее. Короче, руки, ноги и прическу. Прижмякиваю пальцем, чтобы немножко растушевать. А теперь все это нужно нарисовать заново прическу, руки и ноги. А потом уже можно переходить к изменению цвета платья. Я решила убрать этот оранжевый цвет, потому что смотрелся он грязно. Пусть платье будет просто чисто голубое, как и ее волосы. Лицо решила тоже немножко доработать, несмотря на то, что она стоит вдалеке. Ну вот мне кажется, что сейчас получилось получше. Напишите свое мнение, как вам.